Так, на капитальный ремонт школы в селе Енбек выделено 200 миллионов тенге. Такие же средства направлены на ремонт учебных заведений Новорыбинского сельского округа. В самом районном центре для школ номер 1 и номер 3 было предусмотрено по 40 миллионов тенге. Как никогда, значит, получилось у нас, были добросовестные подрядчики на всех этих объектах. В основном наши местные предприниматели участвовали в этих программах. Но и иногородние. Так что к 25 августа мы планируем закончить все ремонтные работы по нашим школам, по котельным, которые будут обслуживать эти школы. Средняя школа номер 1 города Акуль готовится к дистанционной работе в новом учебном году. Для учащихся начального звена созданы 6 дежурных классов. В рамках программы «Дорожная карта занятости» в здании ремонтируют крышу и устанавливают новую систему отопления в спортзале. Также заменяют двери и пол. Срок реализации данного проекта с мая по август 2020 года. И на сегодняшний день все основные ремонтные работы уже выполнены. У нас осталось только покрытие пола и все. Все остальное уже сделано. В рамках программы выделено 34 миллиона тенге на ремонт 3 улиц в городе Акуль. Ремонт дорог – еще одна важная задача. На эти цели на село Карасай выделено 38 миллионов тенге, а на аул Барат – 118 миллионов тенге. Альмира Сатыбаева, Айгуль Мурзакулова, Павел Соловьев, Шокан Таукиев, Кокше, Ахпарат.